Яна и Федя теперь становятся, ну, сейчас они третьи, а вообще, я так понимаю, что реально занимают четвертое место. И в завершении нашей трансляции и вообще всей спортивной части чемпионата России Елена Ильиных и Никита Коцалапов. Балет «Дон Кихот». Эффектное завершение выступления учеников Жулина, Елены Ильиных и Никиты Коцалапова.
Красавцы они, конечно. Очень способные. Но мальчишки, конечно, то тут навредят, то там навредят. Слабее, чем девчонки. На то мы и мальчишки. Да, мальчишки гордо могу сказать. Навредят, то там, то тут. Да. Так что сейчас очень ситуация будет интересная. Ну а что, без элемента? Нет, нет, без элемента не получится третьи они. Я так думаю. Ну так они... А, ну да, они были вторые. Да, обычно. Они были вторые, но это... У них... Ну, здесь надо все делать. Ну, смотрите, какие у нас... Они, конечно, очень способны и очень интересные. Понимаете, у них спектр их возможностей огромен. Это очень важно. Они могут танцевать лирику, драму, они могут танцевать классику. Они могут, как Лёшка Ягудин, все. Но надо суметь сделать то, что надо, тогда, когда надо. Это сейчас... И над этим нужно еще работать. И над этим нужно еще работать. Понимаете, это созреть должно все. Еще недостаток опыта, еще слабоват, еще нервишки, еще мало ОФП, еще, понимаете, мало. Все, но пара потрясающая. Потрясающая, потрясающей красоты. Потрясающего пространства, какое-то заполнение. Они заполняют весь воздух, который здесь вокруг. И, конечно, нам прекрасно ехать тремя парами на чемпионат Европы. Ну, а там разберутся. Причем они заполняют этот воздух, даже когда еще ничего не начинают делать. Они очень яркие, это светлые, такое, сияющие это такое... ребята. Это, знаете, вот я думала, что Володя Васильев огромного роста человек. Когда я приходила в Большой театр и 10 тысяч раз его смотрела. Потому что талант он увеличивает. А оказался он совсем парень ниже как среднего мы. Роста. Да. Вот. Поэтому, конечно, хочется пожелать этим ребятам, всем вот вместе, которые сидят, все вместе с такими... Олег Волков, Александр Жулин, да. Елена Ильиных, Никита Коцалапов, Людмила Власова, вот так вот слева пожелать направо. Счастливой им работы. И всем, кто с ними. Да, потому что они пара, которая может выигрывать вообще все. Но только нужно уметь сделать то, что надо в тот момент, когда надо. Всем большое спасибо за чемпионат, огромное. Всем, кто был с нами. Спасибо всем тренерам, всем спортсменам, которые доставили настоящее удовольствие. И спасибо всем судьям, которые здесь были постоянно и которые честно судили эти соревнования. И мы с вами тоже, Вася. Ну, как могли. Молодцы. Вот. Спасибо вам большое всем, кто любит наш вид, всем, кто всегда с нами, кто за нами следит. Поверьте мне, всех, кого вы видели, ну, всех в последних размерах, все способны удивлять мир в последних разминках. Смотрите, следите за ними, любите их. Их любовь пригодится вам. Смотрите, какие тяжелые раздумия у судейской бригады и у технических очень специалистов. Очень тяжелые раздумия. Видимо, считают обороты в Твизле, с которой он успел сделать или не успел, или что? Ну, нет, еще считают, все считают, еще время, проведенное в поддержках. Знаете, когда ты делаешь это на разминке, в тренировке, когда ты прокатываешь тренировки, это может быть одно время, когда ты катаешь прокат, то это может быть на секунду больше.